Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Lanos 2008 года выпуска, двигатель 1.5, механика. Пробег на автомобиле 129 тысяч километров. Зашумел подшипник в коробке. Быстрее всего это подшипник первичного вала. Вот, больное место у них. Сейчас автомобиль холодный. Заведу его, и стук явно должен прослушиваться. В принципе, он и на горячую также простукивает. Завожу. Сейчас еще более-менее тихо он, а подогреется, вот этот звук усиливается. Я думал, что он на холодный будет громче. Нет, на холодный он тише. Вот он проходит, а сейчас нету, опять появляется. Такое впечатление, что там что-то за что-то цепляет, но это именно в коробке. Поднимаю автомобиль и снимаю коробку передач. Будем ее разбирать. Снимаю батарейку. Ослабил здесь гайки с двух сторон и вытащил снизу зацепления крючки. Также снимаем батарейку, клемму. Сначала минус. Плюс. Снимаем эту площадочку. Здесь 4 болта на 10 головка. И откручиваем вот этот кронштейн, 2 болта, головка на 12. Скидываем разъем с датчика задней скорости, откручиваем болты крепления в коробке и сразу убираем в сторону цилиндр сцепления. Головка на 19.
Здесь находится второй болт сверху. Его тоже сразу ослабляем. Вот эта трубка пластиковая, сильно ее гнуть не надо. Можно надломать либо крепление, либо надломать, где она в помпу входит. Одел головку короткую на 19 через карданчик. Вот так вот. И тогда ее смог открутить. Откручиваем третий болт. Тоже на 19. И снимаем разъем датчика скорости. Также отсоединяем кулису, но я, наверное, это сделаю снизу. Сверху у нас основное все мы отцепили здесь. Больше вроде бы такого ничего у нас не держит. Поднимаем автомобиль. Сейчас я только двигатель подвешиваю на траверс. Приобрел траверсу, покажу сейчас. Вот такая вот траверса. Ставится на полки крыла. С двух сторон фиксируется и вывешивается. В комплекте идут два крючка вот такие со шнеком. Можно вывешивать отдельно и коробку, отдельно и двигатель. Можно вместе и то вывесить. Даже если снимаю, вот этой длины хватит, чтобы ее приопустить, поставить там на что-то. При этом двигатель останется висеть на месте. Но так как у меня есть гидролапа, гидростойка, поэтому я коробку не подвешиваю, подвесил только двигатель. Могу теперь ее либо приподнимать, либо приопускать. Вот видно, сейчас поднимаю, разбираю снизу, потом приопускаю маленько двигатель и стаскиваю коробку. Продолжаю. На данный момент поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль, снял защиту, сливаем масло. Здесь сливной пробки не предусмотрено, поэтому откручиваем поддончик по периметру, болты на 13. И пока будем разбирать дальше, масло у нас сольется. Стружки в масле нет, масло было уровень, в принципе масло чистое, так что разбираем дальше. Откручиваю болты, вот ослабил его болт на 14 снизу, также два болта на 14 спереди у нас и два болта на 19. Один я выкрутил, один пока на 19 оставляю. Будет как связующий держать, я его в последнюю очередь откручу. Привода я откручивать отступицы не буду. Оставлю их пока здесь. Надеюсь, что мне достаточно будет выдернуть и отвести его в сторону. Хотя лучше, наверное, открутить. Откручу и сниму. Беру отвертку, фиксирую через диск тормозной, головка на 30. Ослабляем одну сторону и также ослабляем вторую сторону.
откручиваю оба рычага от шаровой опоры, спереди болт, стойку стабилизатора и два болта на скобе задней подушки, заднего сайлентблока, скажем так. И все, у нас рычаг снимется. Также и со второй стороны тоже шаровую, передний болт и задняя скоба. Головка на 12. Головка на 22. Шаровая опора. Ключ на 19. Да, на 19. И сзади ключ на 14. Откручиваем. Ну и можно сразу и выдернуть привод. Вытаскиваем его из ступицы. И выдергиваем из коробки. Берем монтажку. Поддеваем вот здесь за гранату. Ну, аналогичным образом снимаем со второй стороны. Уже это показывать не буду, потому что все точно так же. Все, рычаг я с левой стороны снял. И хочу показать, чтобы здесь зубья не ломать, вот этой коронки регулировочной, выдергивая привод. Крышка у нас снята с коробки. И отсюда берем монтажкой. И выдавливаем привод. Отвертку возьму. Вот, все, привод у нас вышел
можем его вытаскивать.